Джессику Симпсон раскритиковали за леопардовое платье. Певица появилась на людях в мини-платье леопардового принта и глубоким декольте. Некоторым поклонникам этот образ показался слишком вульгарным. Певица и бизнесвумен Джессика Симпсон в свои 38 лет любит откровенные наряды. Накануне звезда вышла в свет в легком леопардовом платье в сочетании с клетчатой рубашкой и босоножками на высоких каблуках. Фото Симпсон появились на Splash News. Накануне полуголая Леди Гага позировала в океане. Звезда за последнее время набрала несколько лишних килограммов, а провокационное платье с глубоким декольте это подчеркнуло. Также звезду подловили, когда она едва не упала, прогуливаясь по Манхэттену на высоких каблуках. Симплон решила освоить новый бизнес и скоро выпустит свою первую косметическую линию кисточек для макияжа. Дорофеева в трусах прогулялась по Каннам. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamikrespondent.net по материалам сайта newsgra.com.